Откуда боги привели? Ночью морок на их дом спустился. Но! Пройдут под грозовыми облаками. Иногда так повезет, что лучше пешком пройти. Барону конюшню запалить. Я слышал, что барона дурная кровь залила. И он кровью умыт. Если у меня сын родится, назову Геральт. Работа не закончена. Чтобы всех дикая охота забрала. Сама не залезет к мудозвону. Мужики разозлились и хотели их прогнать. Так несчастью те, куда больше. Чем могу служить? Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок. С виду как настоящие. Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Герман Айб Грюникан, генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствую в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры. Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь, обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А на самом деле доспех для Нильфгаардца, которому Фергус так мастерски лижет задницу, буду делать я. Кстати, твой панцирь тоже. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Он даже простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец – другое дело. Если все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаардца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло, а я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны? Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такое объявился к северу от Вронец.
Говорят, он убил нескольких человек. Надо думать, на него и так есть заказ. Так что убью его, поймаю двух зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса. И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. Но! От всех бед, Геральт... А я сегодня получил горбушку хлеба. Последний раз. Где деньги? Держи. Я же говорил, у нас уже нет ничего. Посмотрим. А уж если что найдем... Где деньги? Не хотите говорить добром? Нет, прошу вас, у нас уже ничего не осталось. Сударь, помогите. Не вмешивайся. Оставьте их в покое. А тебе что до этого? Я не буду спокойно смотреть, как вы их грабите и убиваете. Так не смотри. Впечатлительный какой. Ты еще здесь? Эй, взять его! Спасибо, сударь. Не знаю, кто вы, но спасибо. Они бы нас, как свиней, перерезали. Эй! Заткни глотку, а то все затянется. Парню надо сосредоточиться. Выродки! Молчи, говорю. А ты чего? Тоже хочешь получить? Что тут происходит? Господин, моя дочка, помогите. Моим людям надо время от времени развлекаться. А то они нервные становятся. Я не позволю. Так и думал, что этим кончится. Взять его! Слишком худой. Помоги мне! И минутки на личную жизнь, сука, нету. Спасибо тебе, господин. Спасибо. Вронец и десятой дорогой обходи. Смотри на меня так.
Если не молнии, то чем? Кто бы ну и скучище. Барону конюшню запалить. Я слышал, что барона дурная кровь залила. И он... Если до вечера работаем... Домоюхе! Самогону желаете? Будь здоров. Не блевать. Вот в чем... Давай, папа. Сдохни! Ну давай! От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. А здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы взлететь. Здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы
Из глаз долой. Ну, давайте выпьем, а то ж темнее. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Слышал, у вас были неприятности с Грифоном. Это мягко, сухо сказано. Он убил нескольких солдат к северу от Вронец. Люди пошли жаловаться к барону и уж так причитали, что тот даже награду положил тому, кто Грифона убьет. Очень кстати. Мне пара крон пригодится. Однако... Ведьмак есть ведьмак. Вот честная плата за честную работу. Сотка. Вернулся. И как? Достал кислоту? Да, только осторожней. Она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше. Фергус или я. Геральт, я закончила. Выглядит... очень профессионально. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал, извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит? Именно то, что мы видим. И она тоже сделала для тебя доспехи, генерал. Чтобы доказать, что она искусней Фергуса. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия — дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергуса в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права, я не верю.
Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание без манекенов, по-настоящему. О, какая толпа! Эй, ты, наденешь этот доспех? Я? Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надевайте латы, оба. Я буду ждать снаружи. Мать твою, а я-то пришел коня подковать. Значит, этот панцирь должен защитить от арбалетного болта? Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Живой? Я-то оклемаюсь. А вот доспехи эти дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех. Не вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии. Это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Я верю в виртуозное мастерство, потому что сам к нему стремлюсь. Если бы ты не знала, что делать, то не просила бы легендарные инструменты и кислоту архигрифона. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе. Не к добру. Ох, не к добру. Ну и ветер. А, ведьмак. Здорово. Барона нет. Уехал знахаря для жены искать. Я знаю. Ты видел, что за воротами творится? А что? Барон оставил меня за главного. Я приказал парням навести порядок. Они грабят и убивают. Такой вот у нас новый порядок. Нравится тебе это или нет? Чтобы хоть мой старик не сидел все время в корчме. Скажу, все скажу, где покража спрятана. Твои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Силы на казнь прибереги. Что такое, седой? Прошу, умоляю! А ну, убери меч, не то пожалеть! Вот и умница.
А ну, брат! Убери ты, что творишь! Люди! Стрелу заходи! Не зли меня. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя. Я по делу. Но? Я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. А это было бы ошибкой, смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему. И с катертью дорога. Премного благодарен. Поди с глаз долой. Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что? Так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Открывай дверь, живо! Привет, малыш. Вот плотва. Мы на ней поедем в Кэрморхен. Ну, пойдем. Хватит дурачиться, едем. Oh, my.
У нас гости. На нильфгардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, никого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. Третья армия возьмет Бенглиан с запада. Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Бенглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. Император, Йеннифер. Я позвал тебя не любезностями обмениваться. Докладывай. Как пожелаешь. Этот человек — ключ к поискам Цири. Я даю тебе 3 свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело. Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай. Я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Йен знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который... Я знаю своих ленников. Барон отправил ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же, не скажу, что эти сведения крайне полезны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием. И в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы. Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Каэдмил, Фолия, Глайдив, Дорне, Айптенайт, Бундроитне, Яхаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да. Пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половину условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири.
Пусть будет так. Аудиенция окончена. До свидания. Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак, а... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Давай ссориться в более подходящее время. И в зале, где меньше ушей. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя с Умой и Платвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар – ведьмачью крепость Каэр Морхен. Хвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Долго тебя не было. Долго. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации? Глаза, уши, ноздри? Заячья губа, а это... Тише, тише. Вот холера, права была Йен. Не красавец он, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? А, это я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать, не то они в конец рассыпятся. Многовато работы для одного. Ламберт и Эскель не помогают? Нет. Йеннифер нашла им более важные занятия. Йен уже здесь? Здесь, здесь. Еще как. О, вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Так что задумала Йен? Хотел бы я знать. Она не объяснила?
Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Может, у нее есть на то причины? По крайней мере, одна. Она что-то там себе решила и не хочет, чтобы мы мешали. Хорошая была кровать. Я ей то же самое сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... тогда понятно. Ну да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Ну ладно, так где все? Эскель охотится на вилохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Ну, а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Собирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Почерк. Беренгар. Эти бумаги, должно быть, лежат здесь не первый год. Ничего себе. Он работал над мечом. И, судя по заметкам, хотел он не просто меч, а Торхейрн. Надо поговорить с Весемиром. Может, Беренгар с ним советовался, и Весемир помнит, в чем там дело.
мы можем поговорить? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Чем я могу тебе помочь? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага. Я тоже так думаю. Береги себя. Мы можем поговорить? Береги себя. Мы можем поговорить? Береги. Снова протекает.
что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из очистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа-чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу, я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Херовый? Я думал, тебе нравятся вредные. Только женщины. О, да. Тогда ты нашел лучшую. Ну, хватит об этом. Круг стихий ждет. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. И хорошо знаю, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Подожди минуту, доделаю кое-что и пойдем. Валяй. Ведьмак Георгий. Надо его в конце концов закрасить. Одиночные зимовки в голову приходят очень странные мысли. Ведьмачья конница так и не прижилась.
его разорвало. Ого. Сучий кристалл. Ты решила нас взорвать? Геральт, я сейчас не расположена к шуткам. Особенно к дурацким. Хочешь выпустить пар, пожалуйста, но не на меня. Не знаю, скинь еще одну кровать с балкона. Мы все-таки склоняемся к глупым шуткам. Мы можем поговорить серьезно, если хочешь. Значит, ты так бесишься из-за Трис, что вымещаешь зло на мебели. Радуйся, что я не вымещаю зло как-нибудь иначе. Знаешь что, давай закончим разговор, пока я не сказала тебе что-то, о чем потом буду сожалеть. А я бы с удовольствием послушал, что ты можешь сказать. Правда? Ну, слушай. Ты трахал мою подругу год с лишним. Не знаю, что говорит об этом кодекс ведьмаков. А среди обычных людей это считается свинством. Я стараюсь об этом не думать. А эта дурацкая кровать мне мешает. Вот и все. Я не буду перед тобой каяться. Этот разговор меня утомляет. Так что закончим его сейчас же. Она действительно не в настроении.